Технология, способная перевернуть представление о финансовых возможностях криптовалют. В Москву приехал создатель проекта Ethereum Виталий Бутерин. Кто уже пробует вести бизнес по-новому, об этом прямо сейчас в программе Вести.нет. Российская компания Acronis, предоставляющая услуги по хранению и обработке данных, начнет разрабатывать решения на основе системы блокчейн. А фонд Сколково изучит технологию на предмет ее внедрения в госсектор. В частности, речь идет о сотрудничестве с проектом Ethereum, разработанным канадцем с русскими корнями Виталием Бутериным. Это стартап, который за рубежом, как сообщил гендиректор Yota Devices Владислав Мартынов, друг семьи Бутериных и член наблюдательного совета Ethereum, считают ни много ни мало таким же значимым, как сам интернет. В средствах массовой информации на Западе о Виталике, о фонде говорят практически все и говорят как некая следующая революция, сопоставимая с тем, что сделал интернет. И, собственно, по сути, фонд Ethereum, платформа Ethereum включает там, в топ-10, зачастую там, в топ-5 технологий, которые меняют мир. Впрочем, прежде чем описывать возможности Ethereum, нужно пояснить, на чем основана его работа. То есть, собственно, что такое блокчейн? Это понятие, которое легло в основу криптовалюты биткоин. По сути, сам биткоин является побочным продуктом изобретения системы блокчейнов, которая гарантирует подлинность криптовалюты. Ее уникальность в том, что каждая операция записывается одновременно на компьютерах всех участников биткоин-майнинга. То есть, грубо говоря, все они автоматически являются свидетелями каждой операции. Если в ваш кошелек попали биткоины, об этом будут знать все до единого. Если они оттуда исчезли, тоже узнают все. Таким образом, незаметно подделать или изменить историю операции, а также состояние счетов, невозможно. Точнее, теоретически это можно сделать, но для этого нужно иметь под контролем более половины всех вычислительных машин системы, а вероятность этого стремится к нулю по мере роста числа пользователей. Так вот, идея Виталия Бутерина состоит в том, чтобы взять эту систему верификации и вывести ее за пределы экосистемы биткоина. Ethereum – это фактически клон биткоина со своей собственной криптовалютой, которая называется эфир. Только каждая транзакция в системе не просто фиксирует движение средств. Она оснащена кусочком кода, который задает условия выполнения сделки. Этот кусочек кода легко правится под нужды заказчика. То есть Ethereum является универсальной платформой для построения любых бизнес-схем с верификацией на блокчейнах. Вот как это работает. Например, вы хотите безопасно продать машину. Для этого код Ethereum с одной стороны привязывается к базе ГИБДД, с другой стороны к банковскому счету, куда упадут деньги за машину. Система сочтет сделку завершенной только после того, как в собственности покупателя окажется машина, а в собственности продавца деньги за машину. При этом внутренняя криптовалюта, эфир, будет не объектом сделки, а лишь символическим средством ее обеспечения. Виталий Бутерин называет ее топливом для системы. Хотя расплачиваться можно и эфиром. Он свободно торгуется на биржах криптовалют. Описанная выше сделка с автомобилем, правда, немного утопическая. Для того, чтобы все работало именно так, Ethereum должен быть внедрен как в государственную систему регистрации транспортных средств, так и в банковскую систему. Именно внедрение технологии в реальный мир составляет основную проблему. Еще одна проблема. По мере распространения Ethereum будет расти число транзакций. А чем больше транзакций, тем больше нагрузка на компьютеры майнеров. Потому что такой большой уровень безопасности, что там все компьютеры все проверяют. Это еще просто значит, что как будто вся полноценная там, ну, сила сети, она не может быть выше, чем как будто сила одного компьютера. То есть в будущем у нас есть планы эту проблему решить и сделать такую систему, где можно как-то параллельно там очень много транзакций обрабатывать. Но это пока еще займет там еще 2-3 времени. Впрочем, эти проблемы относятся к разряду решаемых. В Acronis считают, что начать надо с простого. Там хотят сперва опробовать Ethereum как инструмент для страхования баз данных. Мы верифицируем все транзакции, которые происходят с этими данными, загрузка, удаление, доступ к этим данным. Все эти транзакции верифицируют, записывают в блокчейн. Это значит, что компании, собственники компании, руководство компании всегда может быть уверено, что эти данные находятся в целости и сохранности. А на Западе, например, уже осторожно осваивают Ethereum как средство страховки сделок с ценными бумагами. Например, в банковском холдинге UBS на блокчейне строят торговлю облигациями. Интересуются технологии в 40 крупнейших финансовых учреждениях мира, в том числе Goldman Sachs, Credit Suisse, Barclays и JP Morgan. В IBM экспериментируют с Ethereum в области интернета вещей. Например, стиральная машина может сама заказать стиральный порошок, самостоятельно оплатив его с помощью банковского счета хозяина. Экспериментируют с блокчейнами и Microsoft.
словом, мы действительно имеем дело с чем-то большим, но схемы применения этой системы до сих пор не до конца понятны даже ее изобретателям и кураторам. Дело за бизнесом, который эти схемы должен нарисовать. Ethereum-система абсолютно бесплатная, поэтому доступна для экспериментов всем желающим.